Привет всем, меня зовут Кирилл, и я работаю в Туту, я расскажу вам о монадах по-человечески, о том, почему именно так. В общем-то, расскажу далее. В своих проектах мы используем Kotlin и RXJava в большом количестве, на разных продуктах. Я в частности работал над электричками, и сейчас в данный момент работаю над приложением ⁇ Авиабилеты ⁇ Почему я захотел рассказать, в общем-то, об этом? Потому что многие идеи именно и в RX, и в Котлине, как мне показалось, они где-то пересекаются, и в них хотелось бы разобраться. В частности, почему именно по-человечески? Потому что всякий раз, когда я заводил разговор о монадах, я выглядел примерно так. Меня спрашивают, что такое монады, Грубо говоря, я выглядел так, что как будто бы говорил, что монада это всего лишь моноид в категории эндофункторов. И никто меня не понимал, даже если я пытался как-то более просто выразиться. У меня языковой бэкграунд, он разный. Я использовал, писал на разных языках, в том числе на Haskell. Е. Это были чисто учебные цели. На скале Pet Project и на Swift е. это был продакшн-код. Ну, в силу работы так же сложилось. И на Kotlin, естественно, тоже писал, и у меня есть и сайт проекта Open Source, и непосредственно Production. В общем-то, почему по-человечески? Мне хотелось разработать какую-то такую методику, чтобы человек, подходив ко мне и спрашивал о монадах, я мог показать это, предоставить как инструмент, который решает определенные задачи. Сначала, не вдаваясь в какие-то подробности и дебри, чтобы не выглядеть слишком заумно, а просто показать о том, что это такое, что это не так уж сложно, и каждый из нас может уже начать применять это сегодня. Начну с исторических, так сказать, предпосылок. Однажды мне пришел pull-request на ревью, который содержал примерно такой код. Здесь в действительности нет ошибки и нет ничего такого вырвиглазного. Но, как мне показалось, этот код обладает слабой читаемостью. Почему? Потому что, чтобы понять, что в нем происходит, нужно пробежаться с самого верха до самого низу. И, возможно, даже потом снизу вверх и так далее, чтобы понять, что здесь вообще происходит. Это слабая читаемость. Почему это происходит? Потому что некоторые переменные изменяются в процессе что-то происходит еще и так далее. Здесь… Самая главная проблема — это неясен момент завершения. То есть на вход поступает какой-то список. Мы пробегаемся по нему, пытаемся понять, удовлетворяет ли элемент какому-то условию, изменяем какую-то переменную, и, возможно, в этом случае программа практически завершится, и будет возвращено какое-то значение. Но в действительности может выйти так, что мы пройдемся по всему списку и не изменим эту переменную, и просто вернем дефолтное значение. В данном случае это минус один, как видно в начале программы. И кажется то, что с этим можно что-то сделать. Проблемы. Слабая читаемость, как я уже сказал, недетерминированный флоу, потому что, чтобы понять, нужно, опять же, перечитать несколько раз, понять, что куда перепрыгивает, изменяется и так далее — и небезопасное изменение состояния как раз в данном случае это очень простой кусок, в котором просто изменяется какая-то переменная. И как с этими проблемами можно справиться? Все, довольно многие, наверное, слышали о том, что есть какой-то декларативный подход, который отстоит, так сказать, является противником императивного подхода, который обещает некоторые нам вещи он обещает нам писать более безопасный и более предсказуемый код. Позволяет описать алгоритм в виде последовательности шагов. Не то, что мы именно делаем, точнее, не то, как мы это делаем, изменяем какую-то перемену и так далее, перескакиваем, а что именно, то есть определить это как последовательность каких-то шагов. И кроме того, можно услышать о том, что такой код зачастую получается гораздо более кратким и читаемым. Первые идеи, которые у меня появились в голове о том, как можно э, решить эту проблему, это написать в виде Rx. Это решение в лоб. Почему именно так? Ну, хотя бы потому, что я пишу под Android, и э, достаточно низкий уровень API, он мне, допустим, не позволяет использовать стримы из 8 Java. Какую-то дополнительную библиотеку для коллекций я не подключал. И это решение, оно возникло чисто спонтанно в голове, и я решил показать его коллеге, который, в общем-то, показал этот пул. Он сказал о том, что ему такое решение нравится, и оно гораздо более понятным показалось. И самое главное, что момент завершения здесь, он является очевидным. То есть, когда это, я просто в Observer был, помещаю список, далее выполняю какие-то необходимые шаги, пытаясь вытянуть, прогнать, так сказать, выполнить какие-то условия, чтобы мой элемент, так сказать, пропихнулся в самый конец выполнения программы. Или, если такой элемент не будет найден, то вернуть какое-то дефолтное значение. И этот момент, он, в общем-то, схлопывается и находится в самом, практически в самом конце программы. Но решение с помощью Rx, оно, в общем-то, окажется своего рода оверинжинирингом, потому что все мы знаем то, что Rx — это такая довольно большая библиотека для выполнения синхронных операций, о том, что там все очень круто решается с потоками и так далее. И кажется, что оно здесь, в общем-то, ни при чем. Когда мы переписывали это на Kotlin, код получился следующим. Он получился короче, но в сущности он получился таким же. То есть берется коллекция, выполняется какая-то итерация по нему, все это дело мапится, фильтруется и так далее. И в конце, опять же, в самый конец пропихивается этот самый искомый элемент. Либо если мы его не найдем, мы вернем какое-то дефолтное значение. Опять же, это будет та же самая минус единица. Но я думаю, те, кто работал уже с Kotlin коллекциями, они прекрасно знают о том, что здесь это можно еще гораздо короче. Вот так. Kotlin коллекция — это, конечно, мощь, но они несколько именно разбор котлиновских коллекций несколько уходит от идей, которые я хотел бы показать в своем докладе. Возникает справедливый вопрос: а при чем здесь Rx? На самом, деле, на самом деле он как раз таки здесь очень причем. Можно заметить о том, что у всего этого есть что-то общее. Возникает множество вопросов. Какой-то есть похожий API. Может быть, это паттерн? Или это очень похоже на стримы из восьмой Java? И в конечном итоге, что это все дает? На самом деле, все это про монады. И почему это так, и вообще, что из себя это представляет, я расскажу далее. Почему мне нравится рассматривать Rx и Kotlin? Потому что, как мне кажется, они дают наиболее быстрое погружение. И у меня есть на самом деле хорошие новости для тех, кто уже использует Rx в своих приложениях. Поднимите руки, кто использует Rx. Довольно много, на мой взгляд, около половины. А котлиновские коллекции? Чуть-чуть поменьше, но все же неплохо. Опять же, как я уже сказал, хорошие новости для тех, кто использует Rx. Observable на самом деле — это не что иное, как монада с определенным поведением каким-то частным, очень частным и котлиновские коллекции тоже. Просто они устроены несколько по-разному, но в действительности обладают каким-то общим таким api который позволяет сделать какие-то действия. Так что же вообще в действительности такое монада? На самом деле для тех, кто пришел в Kotlin не с функциональных языков программирования, здесь есть люди, которые пришли в Kotlin с Haskell, Идрисов, Lisp и прочих. Ни одного человека нет, и это на самом деле здорово, потому что повышает ценность моего доклада. На самом деле, для тех, кто пришел из объектно ориентированного мира, нам э, э, надо легко смотреть как на какой-то контейнер. Контейнер, в который можно положить значение. И далее с этим значением упакованным выполнять какие-то операции безопасно. О том, почему именно безопасно, я расскажу далее. Если говорить о реализации и переходить, то хорошо, мы хотим поместить какое-то значение в монаду, в этот самый контейнер. Как это реализовать? В действительности это, как правило, либо конструктор, либо какие-то фабричные методы и так далее. Например, если брать списки из стандартной библиотеки, то вот так мы помещаем значение в эту самую монаду список. Если говорить об Rx, то это многочисленные методы just, и многочисленные методы from, в частности from iterable. Создаем список, потом просто помещаем. Все, на данном этапе мы уже обладаем этой самой монадой и можем с ней что-то делать. То есть это помещенный список в случае с котленовскими коллекциями, единица, которая пропихнута в observable, либо список. Что значит вообще применение операции? На этом, я думаю, что стоит остановиться как можно более подробно, потому как дальше здесь есть один очень важный момент. Возьмем, к примеру, список и просто выведем его на экран. Можно будет увидеть нечто следующее. То есть единица, двойка и тройка в квадратных скобках. То есть нечто такое, упакованное, находящееся в каком-то как, типа, как контейнере. Ну хорошо, если, мы, если говорить о применении операции, то это именно сам вызов от этой функции MAP. То это по сути применение какой-то функции к упакованному значению. То есть, у нас уже что-то есть, например, двойка в контейнере или список неважно. Мы хотим применить туда какую-то функцию, например, которая прибавляет тройку. И дальше мы уже получим то значение, которое у нас было благодаря применению какой-то магии и получим увеличенное значение как раз на тройку, благодаря применению функции. Рассмотрим, как это здесь в котлине. Возьмем все тот же список из единицы, двойки и тройки, применим map, как было показано, просто взять и увеличить значение на тройку. И затем еще применим функцию, которая просто дописывает тире к каждому значению, которое будет туда просунуто. И затем просто выведем это на экран. Мы получим следующее. То есть значения, какие-то значения, которые разделены тире последовательно. Далее хотелось бы сделать следующее — применить map, но при этом элемент сконвертировать в список из двух элементов тот же самый элемент, который к нам пришел и увеличен на тройку, дальше опять же добавить тире и вывести все это на экран мы получим нечто следующее, то есть последовательность каких-то контейнеров, которые разделены тире. Иногда в практических задачах, как я покажу далее, это не совсем то, что бывает нужно и нам бы хотелось, допустим, из того же, что мы получили. Получается, что в, данном, в данный момент мы обладаем контейнером контейнеров. Это зачастую бывает не совсем то, что нам нужно. И для этого есть замечательная операция, которая называется FlatMap. Она знакома многим, те, кто работал со стримами, с котлиновскими коллекциями и с Рексом, которая позволяет сделать плоским нашу структуру. Таким образом, мы получим всю ту же последовательность, разделенную тире, упакованную в контейнер контейнер вложенности единица, а не какой-то контейнер контейнеров. И в действительности эта операция называется связыванием. Почему именно связыванием? Потому что это позволяет нам какие-то операции скомбинировать. Flatmap представляет из себя объединение двух операций. Flatten, которая делает контейнер плоским, если он глубоко вложенный или вообще обладает какой-либо вложенностью, и применить тот самый map, который мы разбирали. Удобно. Еще раз резюмируя, хотелось бы сказать о том, что для того, чтобы то, что находится перед нами, было монадой, туда должна быть необходимость поместить какое-то значение с помощью конструктора или фабричных методов, применить операцию, например, вызов map, и реализовать именно то самое связывание, которое я сказал, как flat map, которое представляет из себя не что иное, как получить, применить какую-то операцию, но не получать глубоко вложенные контейнеры. Хотелось бы рассмотреть простейший пример, помимо коллекций, стримов, RX а и прочего. Самая простейшая монада, которую, как мне кажется, стоит рассмотреть, это монада Option скала. В Haskell она называется Maybe. Она позволяет взять какое-то значение, упаковать, и работать с ним безопасно, для того, чтобы мы не уперлись в какой-то нал при обращении, при чтении этого самого значения. Для того, чтобы нам это сделать, нам нужно определить всего лишь два экземпляра этого самого опшена, то есть либо какое-то упакованное значение, не нулевое, отличное от нала, либо ничего, и обладать именно только этими двумя значениями. Либо что-то, конкретное какое-то значение, отличное от нала, Uh, либо uh, ничего. Uh, мне хотелось бы сделать небольшое лирическое отступление и поговорить о налбал типах в Kotlin. Uh, поднимите руки, кто с ними работал. Очень многие. Это на самом деле здорово, потому что между этой монадой option и nullable типами можно провести параллель. Создадим uh, экземпляр, uh, создадим просто объявим дата класс person, который будет описывать какого-то человека, которого есть имя и фамилия. First name и last name. Эти поля будут типа uh, nullable string. То есть они могут быть, а могут и не быть. И объявим дата-класс employee, который будет uh, обладать полем person, которое будет описывать человека, который будет опять же nullable, и departure, в котором, в общем-то, деление, в котором он работает. Создадим uh, экземпляр. Uh, допустим, создадим работника какого-то Иван Иванов. Uh, и чтобы Kotlin uh, благодаря type-inference не вывел тип как э, точно известный экземпляры employee, а сделаем его вот таким вот nullable типом employee для того, чтобы продемонстрировать непосредственно, как с этим, как работают nullable типы. В общем-то, допустим, мы хотим сделать действие, получить первую букву э, в имени э, человека. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно взять какой-то экземпляр, затем сделать safe unwrap, если мы не хотим вывалиться с null pointer exception. И дальше мы можем получать какие-то свойства дальше безопасно. Если в какой-то момент при именно safe unwrap, это как раз вот вопросительный знак с точкой, мы упремся в какое-то значение, которое будет null, выполнение этой функции вернется, и значение именно first name будет null. Если мы пройдемся по всей цепочке и получим значение, то мы будем обладать именно чаром, который не null то есть какое-то конкретное значение. Вот. Это бывает крайне полезно. Многие, кто пишет на Kotlin, эту возможность используют, как в общем показал такой небольшой опрос. И решение с option, если бы мы это реализовывали, я не буду останавливаться на реализации option. Оно, оно на самом деле очень просто реализуется. И если бы мы бы с этим работали, то выглядело бы это примерно так. Для того, чтобы нам извлечь завернутое значение, мы бы флетмапились, получали обернутое значение и пытались бы извлечь эти свойства флетмапом. Возможно, разработчики Kotlin подумали о том, что, возможно, это было бы не очень удобно, и поэтому добавили более удобную запись в виде как раз nullable типов. Она присутствует и в Swift, и работает практически точно так же. Точно так же есть и safe unwrap, и какой-то force unwrap, который позволяет либо безопасно получать какие-то вложенные свойства, либо вываливаться с NPE, если нам вдруг внезапно это понадобилось. Ключевые моменты здесь в том, что в общем-то вот эти вот действия по извлечению вложенных значений, они работают практически идентично. И они вот на данный момент я их отмечаю на, на слайде. Unwrap на самом деле может быть реализован по-разному, это может быть какое-то безопасное извлечение, небезопасное, можно написать extension функцию, которая, допустим, Unwrap с дефолтным значением, чтобы нам char возвращать ну, непосредственно каким-то значением, не на типом. И кажется, то, что вообще говоря, Monada Option, несмотря на свою простоту и несмотря на то, что очень многие доклады начинаются с разбора именно этой монады, кажется, то, что нам это не нужно, у нас есть более удобный инструмент. Вот именно то, как мы с этим работаем, именно вот это извлечение значений благодаря флатмапу, оно очень похоже на разворачивание какой-то такой матрешки. Мне бы хотелось привести пример, который более э, приближен к реальности благодаря rx цепочкам. Э, объявим какой-то метод в каком-то классе API, который позволяет нам получать э, новости по дате. Э, он возвращает нам observable с news response, который представляет в себя ответ от сервера. Э, Где-то в каком-то маппере у нас есть штука, которая позволяет нам смаппить именно наш news response к списку новостей. И метод в каком-то DB, допустим, это сервис или репозиторий, там неважно, не будем вдаваться в подробности, который позволяет нам просто-напросто эти значения, этот список новостей, сохранить. И вернуть, опять же, observable булевских значений. Например, это может быть индикатором о том, что у нас что-то вышло, что-то не вышло. Не так уж важно. Для краткости я все это вхлопнул, чтобы брать комментарии. Нам нужно где-то чем-то повыше уровнем реализовать метод, который позволяет нам получить новости и их сохранить. Как мы бы это реализовали? Ну, для простоты объявим функцию getNews. У нас были новости fetchNews, там функция для маппинга, функция для сохранения. И начинаем. Допустим, fetchNews по какой-то дате. На данный момент это не что более, чем какой-то синоним. Далее мы, применяя функцию map, мапим значение, из тех, что нам поступили, к тем, что нам нужно сохранить. И далее flat мапим их, то есть сохраняем в базу. Если бы мы бы здесь применяли мапать, очевидно, то, что мы получили просто-напросто observable, observable. Это совсем не то, что нам нужно. Нам нужно просто создать какую-то цепочку, которая позволяет нам в конечном итоге получить observable вот, вложенности 1. Хорошо. Ну и для красоты можно было бы привести все это в Completable, чтобы просто ну, создать какой-то индикатор о том, что все хорошо или все плохо. Хотелось бы пойти дальше и сказать о том, что какие вообще монады есть. Rx все-таки observable. Эта монада достаточно сложная, и именно концепции, которые там заложены, они достаточно сложны. Если продолжать идею той же монады option, которая просто описывает э, значение двумя экземплярами, либо что-то, либо ничего, можно привести пример с future scale. Это штука, которая позволяет какие-то делать синхронные операции, их комбинировать между собой. Например, выполнить какое-то действие, дальше здесь какое-то другое действие и так далее. И опять же, соединение вот этого вот этих действий, оно происходит благодаря тому же флэтмапу. Этому надо есть в скале. Также есть трай, который позволяет... Скомбинировать какие-то действия, которые возвращают либо какое-то значение, либо вываливаются с эксепшеном. Это тоже крайне удобно, только здесь экземпляр чего-то и эксепшен это какие-то конкретные типы. То есть, если в случае с option у нас было что-то либо завернутое, либо ничего, то в данном случае необходимо описать в результате операции, что возвращается, либо с каким эксепшеном вываливается. И это, эти действия очень удобно комбинировать. Потому как мы, обернув последовательность каких-то операций, мы можем в конце описать, либо что мы должны получить, либо с каким эксепшеном вывалиться. Либо еще более общий случай это монада AISA, которая позволяет описать в общем -то, возвращаемые значения либо одним, либо другим значением то есть, либо left, либо right. Все это, конечно, хорошо, и я в общем-то рассказал много о том, как это реализуется и так далее. Кажется то, что это, ну, вообще говоря, как-то несколько отстоит от идеи функционального программирования. Но хотелось бы обратиться к истокам, откуда к нам это пришло. Как я думаю, многие знают и слышали о том, что монада пришла к нам из функционального программирования и идеи, почему возникла такая необходимость. Она на самом деле про вычисление. Если говорить о чистых функциях, то чистая функция она при одинаковых каких-то входных значениях должна всегда возвращать какое-то другое значение, если, одно и то же значение. то есть при одинаковых параметрах она всегда должна возвращать одно и то же значение. Если такое не происходит, то значит, что перед нами не чистая функция, возможно она содержит какие-то сайт-эффекты, например чтение из базы, либо сохранение чего-то и так далее. То есть, грубо говоря, если мы в э, функции, допустим, производим чтение какое-то из файла, например, то, э, вообще говоря, если кто-то другой пишет туда, то мы можем получить совершенно другое какое-то значение. Вот. И, э, Именно вот основная идея Monat, она заключается в том, чтобы вот эту функцию, которая читает какое-то состояние из внешнего источника, ее можно было бы охватить, поместить в некоторый такой контейнер, в котором именно область видимости она будет четко определена. И это, на самом деле, монада, она позволяет просто эти самые границы как-то схлопнуть и закрыть в себе. Если говорить о том, как вообще это реализуется в функциональных языках программирования, то у нас есть такая замечательная штука, как type-классы. Как раз монада это представляет собой type-класс. То есть это некоторая, если говорить о объектно-ориентированной какой-то реализации, то это база, база какой-то абстрактный класс, с каким-то таким небольшим функционалом. Есть и более легковесные структуры. Функтор, аппликативный функтор. Я не стал останавливаться на них. И на самом деле очень многие туториалы по монадам, они как раз начинают свой обзор с именно таких моментов. Но, как мне кажется, они достаточно могут быть сложны. И это бы затянуло мое выступление. Потому что мне хотелось рассказать о том, как же это, наконец, применять. Функтор на самом деле это не что иное, на чем можно мапиться. То есть просто вызывать map. И монада просто расширяет это понятие как раз благодаря добавлению вот этой функции flatmap. Flatmap, он по сути просто позволяет именно вот эти функции связать, то есть организовать связь между одним вычислением и другим, и при этом четко не выходить из границ этого самого контейнера, в котором мы находимся. И именно реализации монад — Будь то рассмотренный option, try, azer, это дата-тайпы, то есть это уже готовые к работе какие-то объекты, с которыми можно уже выполнять какие-то действия, помещать какие-то данные и с ними работать. Монада в данном случае это просто как нечто такое абстрактное. На это не совсем правильно смотреть, как на какой-то класс, потому что это будет сугубо объектно ориентированный такой подход. И э, функциональные языки на это смотрят в первую очередь как на функцию на стероидах, то есть э, какой-то такой механизм, который позволяет скомбинировать функции, э, выполнить какое-то, то есть э, описать какое-то обо обобщение над функцией, при этом четко определить ее контекст, захлопнуть именно в этой самой монаде. А почему это именно вот вообще изучение монад и функционального программирования, как мне кажется, крайне важно в контексте Котлина? Я думаю, как многие знают, на последнем Google I.O. Kotlin был признан официальным языком для программирования под Android. И, как было сказано там по предсказаниям в блоге Realm о том, что, возможно, большинство проектов к концу 2018 года будет писаться именно на Kotlin под Android, как Мне кажется эта тема она вот как раз в этом смысле очень важна, потому что э, это позволит именно изучение функционального программирования монад в частности оно возможно в том числе подтолкнет на получение каких-то интересных решений э, в других языках функционального программирования. В частности вот идея, которая мне очень понравилась, это реализация dependency injection э, на такой чисто функциональный так сказать монади reader э, не буду на ней конечно останавливаться сейчас. И помимо всего, вот именно переключение вот этого контекста, так сказать, переход от именно мышления от императивной парадигмы к декларативной оно позволит смотреть на решение задач совсем по-другому. Ну и помимо всего прочего, конечно, использовать все возможности языка. Но в действительности, так ли все безоблачно? Конечно, это в какой-то степени увеличивает порог входа, потому что все эти концепции, они могут быть несколько новыми для человека, который пришел с объектно-ориентированных языков. Дальше это может потребовать какое-то углубление в теорию. И кроме того, если говорить о каких-то простых решениях, это может приводить к овер-инжинирингу. В частности, например, я слышал о том, что некоторые люди именно с с таким вот функциональным складом ума, они говорят о том, что и e это вообще плохо, и в действительности все это можно решить помещением в монаду и какими-то операциями над ней. В частности, это можно сделать с помощью обсерва было. Поместить какой-то туда буллиан, сделать по нему фильтр, и если ничего у нас, грубо говоря, там не отфильтруется, сделать switch of empty. Ну, как пример такой. Получили ли мы решение проблем, которых я обозначил ранее, в самом начале. Как мне кажется, да, такой код, он считается гораздо лучше, потому что четко видно о том, как происходит выполнение какой-то функции, о том, четко можно проследить о том, как выполняются эти шаги. И эти шаги, они последовательные. И помимо всего прочего, этот самый стейт, он заключен внутри монады. И в, предыдущий, в самом начале, когда я говорил о том, об императивном решении, когда изменялось значение некоторой переменной, оно изменялось совершенно с разных кусков, и как раз-таки приходилось пересчитывать этот кусок, чтобы понять, ничего ли в действительности там не сломается в какой-то момент, и все реализовано правильно. Если говорить о каких-то open source решениях, понятное дело о том, что я сказал, что это легко реализуется и так далее но не хотелось бы весь этот boilerplate, так сказать, писать самому. Monado Option, если вдруг она кому-то понадобится, или Тра, или ether. Есть замечательнейшие библиотеки на Kotlin, в частности, категории, которая развивается очень активно. Я слежу за ней. Вот. По сути, они просто решили стандартную библиотеку, библиотеку скалы перетянуть именно вот эти монадические решения в Kotlin они на самом деле достаточно, эти структуры достаточно легковесны и могут понадобиться для тех, кто действительно проникнется этими идеями. И функционал. Как мне показалось, она несколько попроще и чуть медленнее развивается. И как раз таки категории, насколько я помню, на последнем Kotlin Конфе там выступал один из контрибьюторов ее. Если говорить про восьмую Java, если вдруг кто-то еще не сделал тот самый переход на Kotlin, есть замечательнейшие библиотеки для программирования, функционального программирования, это Vavor и Functional Java. Не стал приводить ссылки на них. У меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? Да, спасибо за доклад. Хотел как раз спросить про Monado Reader. Использовали в продакшене и может ли она целиком заменить библиотеки такие как Dagger и подобные? Ну, я находил, конечно, туториал и вот эту статью довольно таки известную на медиуме, но в своих проектах я не применял. Я слышал про монадический стек, когда э, ребята захотели реализовать всю архитектуру Android приложения чисто на монадах, так называется у них статья, монад стек. Вот, но пока что кажется то, что это все-таки очень такое экспериментальное, и очень новое. Может быть, конечно, для тех, кто приходит чис с чисто функциональных языков программирования, это как раз идея может быть интересной, потому как э, это все-таки люди с определенным уже складом ума, так сказать, и они по-другому видят какие-то проблемы в коде, и это как раз может для них быть таким вот палочкой-выручалочкой. Еще вопросы с этой стороны залы? О. Главное подождать чуть-чуть. Спасибо за доклад. Такой вопрос вы сказали. Ну вот, был про Dagger, то, что там полностью заменить. Вы считаете, что так сильно не стоит использовать монады? Но на насколько сильно вы используете сами монады в своих проектах? Нет, ну, естественно, как я уже сказал, я использую котлиновские коллекции и RX. И пока что это, именно если говорить за продакшн-код, то это на данный момент, конечно, Рикс Скотлин, да. А все остальное кажется, что несколько экспериментально. Может, какие-то сайт, проекты и для этого подходят, а все-таки продакшн-код, опять же, этот монодический стек, кажется, что несколько экспериментально. Хорошо, спасибо большое. Опять-таки, даже если говорить за RX, даже в нем я ну, встречаю довольно-таки много каких-то решений, от которых, скажем так, волосы стают дыбом. В частности, когда там в мапе, допустим, про, э, просто в мапе функция map происходит какое-то if что-то, э, то там верни какое-то значение, то есть с map к чему-то else и там был empty. То есть можно заметить то, что даже э, средний уровень такой, он, э, ну, люди далеко не не все понимают именно как работает даже надо observable. Еще вопросы? Ага. Сейчас, да. извиняюсь. Да, здравствуйте. А вопрос такой. Вот вы говорили про Scala Option, но он же на самом деле вообще по-другому реализован, в отличие от Kotlin, через знак вопроса. Ну, а, нет, понятное есть дело. Сам, да, реализация и, да. Там реализация чисто монодическая, как это и положено функционально, в функциональных языках. Поэтому я проводил параллель между типами в Kotlin и в Swift и э, такой монодической реализацией скаловской. Еще в конце была ссылка на, забыл, библиотека называется, которая... Катягорь, cat, cat, cat вот. У меня ага. вопрос, это скала Z или коты? Ну, вы говорили, что она просто перетянули, а не со скалы? Нет, так? нет, нет, не скала Z, это скорее, как я уже сказал, такой своеобразный порт стандартной библиотеки вот этих, Traiser. Ага. Окей. Опшинов. Вопросы? Судя по всему, вопросов у нас больше нет. Спасибо, Кирилл. Давайте поаплодируем ему. Это был отличный доклад.